Всем привет. Блин, я даже не могу говорить, такая вонь. У нас в лифте почему-то очень воняет. Сейчас выйду и поздороваюсь на улице. Мы на седьмом. Так вот, всем привет. Сегодня мы с Андреем. Андрей меня снимает. Поедем в галерею полноцную. И потом я еще хочу снять мукбанг, совместить это видео, влог с мукбангом и рассказать вам о съемках, о том, что интересного было на съемках, потому что там есть что рассказать. Вот. Короче, сейчас мы поедем в галерею полноцу, там должна быть хэллоуинская выставка. Надеюсь, что там ее еще не убрали. Наверное, еще должны оставить, потому что Хэллоуин только... Когда? Вот сегодня, вчера, завтра. Короче, вот какие-то из этих дней. Сегодня 31 октября. Вот. Что еще хотела сказать. Конечно, очень стрёмно, неудобно снимать маски. Не хватает воздуха. Ну да ладно. Без маски буду снимать, когда буду дома. Что еще хотела сказать? Хотела вам сказать, заметили ли вы, как изменилось качество видео у меня, вот именно вот этого. Напишите, заметно это или нет. Я думаю, что это очень заметно, потому что на прошлых видео я снимала на то же устройство, на 10 iPhone, но у меня было стекло защитное, которое очень портило качество. А я думала, что это такое качество на телефоне. Как-то так, и теперь я поменяла стекло. И должно быть все хорошо. Все, мы едем в галерею. Сегодня в Варшаве очень холодно. Посмотрите, какая церковь за мной. И хочу как-то нормально сделать волосы, но они не хотят лежать у меня хорошо. Поэтому буду с хвостиком сегодня. Вот так, зеленый. Мы поедем по на автобусе. Сейчас вам покажу автомат, где покупают билеты в Варшаве. Вот такой автомат, и билеты можно купить. Так, буду мизинцем нажимать, чтобы не пачкаться тут сильно. Вот, есть, кстати, даже русский язык в автомате. Двадцатиминутно стоит стандартная. 1,340 злотых. Вот так. Короче, если вы приезжаете в Варшаву, проблем у вас не будет с тем, чтобы разорваться, потому что почти все есть на русском языке. Пока стоим на остановке, я так подумала и решила, что это будет два разных видео. Влог и мукбанг, потому что если я совмещу это в одно видео, то это получится очень длинно и, наверное, будет немножко занудно. Вот, поэтому сейчас будет влог о том, как мы едем в галерею полноцну, смотрим там классную фотозону хэллоуинскую, может, там погуляем по торговому центру, и потом поедем, автобуса еще нет, и потом поедем за роллами. Про роллы, кстати, тоже расскажу чуть попозже. Что это за роллы, как называется и как я их выиграла. Да-да, кстати, я их выиграла в конкурсе. И сегодня поедем их забирать. Все, ждем автобус и едем в торговый центр. Сюда мы сейчас и пойдем. Заходим в галерею, сейчас будем искать, где находится этот Огрудневый. Он вроде как на крыше находится. Так, вот, давайте посмотрим, что нам тут предлагают. Сегодня последний день, когда он открыт. И он на крыше, вот здесь написано. Это все понятно.
А еще здесь такая акция, дыня для каждого. Если сделать покупки в октябре как минимум на 30 злотых в этом торговом центре. И вчера и сегодня можно получить за это ваучер на... Ой, вот тут ваучер на дыню. Вот так вот. Кстати, посмотрите, как выглядит польский кинотеатр. Это один из самых популярных кинотеатров в сети. Кинотеатров Cinema City. Вот, и как-то вот так это все и выглядит. Прикольная атмосфера. Мне нравится, когда вот создают такое кинотеатр. Сразу как-то погружаешься в это настроение. Кажется, вот здесь вход на эту ферму, тыквенную ферму. Вход вот с магазина, с последнего этажа. Вот осенью так уже красиво. Такие цвета. Желто-оранжевые всего. Сейчас пойдем туда вглубь, дальше покажу. Так, заходим, смотрим, что там будет внутри. Тут нужно руки дезинфицировать. Я уже дезинфицировала перед этим. Такие тут тыковки. Поснимаю немного себя на фоне тыковок. Людей тут, кстати, не сильно много. По-моему, сейчас лимит 25 человек. А еще здесь есть какая-то такая штука. А еще тут есть вот такой прикольный лабиринт, и сейчас мы в него заходим. Так, в лабиринте 10 человек максимально может быть. Ну что, идем? Так, Маша, давай поспорим, кто быстрее пройдет лабиринт. Давай, я. Раз, два, три. Так, я пойду в другую сторону. Эй, мам, ты выйдешь? А что там, прохода нету? Так, тут. Я первая прошла этот лабиринт. Такой лабиринт вообще язычный, просто по левой стороне надо идти. Она так и шла. Вот так он выглядит. Да. В общем, здесь прикольно. Есть там какая-то детская площадка для детей. Тут вообще, в принципе, все сделано. И классные фотозоны, если приходить фоткаться. В общем, мне нравится. Сегодня последний день этой выставки, или как это назвать? Ну, наверное, выставка. Выставка тыкв. Напишите, были ли вы здесь, если вы из Варшавы. Мы, наверное, уже пойдем, потому что, в принципе, мы нафоткались, посмотрели все, и уже можно идти. Если вы еще не были, а хотя я хотела сказать, приходите, посмотрите, но сегодня последний день. Поэтому, скорее всего, вы уже не успеете. Думаю, что это видео выйдет не сегодня. Здесь, кстати, еще продают тыковки. В общем, много тыковок. Покажу вам сейчас еще некоторые магазины в этом торговом центре. Первый магазин, куда хочу зайти, это Dills. Я была в этом магазине, в другом торговом центре. Он вообще, его редко встретишь. И мне там понравилось, потому что там всякие прикольные безделушки. Сейчас посмотрю, что будет в этом. Вот этот магазин.
Уже много всего с новогодней тематикой продается. Какие-то Деда Мороза, снеговики. Еще здесь есть вот такие шипучки, как были в детстве. Может, помните, они стоят... Да, это вот этот ценник, 5 злотых. Вот эта упаковка, тут сколько пачек. 4-4-8, которые взрываются во рту. Я помню, у нас в школе такие продавались. Что тут еще? Куча разных Орео. За 600 вот такой стаканчик. Еще есть такой твик. Кстати, такой я еще, по-моему, не видела. 2 за 10 и точно такой же Марс. Еще, кстати, только здесь есть сладкий попкорн. А в других магазинах я видела только соленый. Есть какие-то такими вкусами. Кокос, карамель. Клубника. Вот здесь еще такой тоже карамель. Короче, вышла я уже с того магазина. Это такой магазин, где продается вообще все. И посуда, и моющие, и конфеты всякие, там для кондитерки, всякие украшения. Даже продаются костюмы к Хэллоуину. Короче, вообще все-все-все. Я вот уже вышла, сейчас жду Андрея, когда он выйдет с другого магазина, и подумываю вернуться за карамельным попкорном. Потому что мне какой-то... Как-то тут странно маска сидит. Ну ладно. Какой-то момент хотела я сладкого попкорна, но я нигде его не находила, потому что в остальных магазинах продается почему-то только соленые, сырные, ну вот такие вкусы. А я такие не люблю. Кстати, я же хотела вам рассказать про роллы, за которыми мы сегодня поедем. Короче, я люблю участвовать в разных конкурсах инстаграмных. Открою, никто меня сейчас не побьет за это. В разных конкурсах, ладно, так, инстаграмных. И последнее время, ой, точнее не последнее время, а несколько дней назад я участвовала в конкурсе от Суши Пак. Это, ну, короче, то место, где продают роллы в Варшаве. Они, по-моему, русскоязычные. Вот, и я выиграла там сет хэллоуинский. Короче, сет, который у них создан для Хэллоуина. Он продается только сегодня и вчера продавался. Вот, и поедем сюда, заберем, и с этим сетом снимем мукбанг. Вот, мукбанг будет на тему съемок, как я уже говорила. И там расскажем всякие интересные истории, которые были на съемках недавно. Вот. И это будет уже отдельное видео. Ну а сейчас еще, наверное, погуляем по торговому центру. Уже поедем за роллами. Сколько сейчас время? 3:30. 3:30. А я сказала, что в 6 подъедем. Ну, короче, посмотрим сейчас по времени. Вот, кстати, сзади меня этот магазин, где я была. Наверное, сейчас то и вернемся за карамельным попкорном. Я улыбаюсь, просто это не видно. Вот так вот. Короче, вернулись мы за попкорном. Я тут еще кое-что обнаружила. Сейчас вам покажу. А вы напишите в комментариях, видели вы такое или нет. Во-первых, это вот такие сосиски в банке. Во-вторых, это вот такая штука. Макароны с сыром в банке. Есть еще здесь вот такое спагетти. Сосисками в банке. Диета. Вот разные виды вот таких макарошек. Пробовали вы такое или нет? Вот еще такая намазка на сэндвич, на бутерброды. Короче, зашли мы в этот дилс и в итоге взяли вместо попкорна вот такие чипсы. Принглс какой-то новый вкус, но может он уже не новый, но для меня он новый. Для меня. И для Андрея. Это, по-моему, кукурузный Принглс.
Вот, сейчас и гуляем право. Дальше по торговому центру. Зашли в зоомагазин. Тут много птичек. И крысы. И крыски тут, мышки. Так вот, сидит же. А в остальных этих клетках нету. Ну хотя тут кто-то есть. И там кто-то сидит в домике. Тут джунгарик маленький. Джунгарики у меня, кстати, были. Рыбки тут тоже есть. А тут черепашка, стоит 500 злотых, вон сидит. И вот здесь уж 250 злотых, но его там плохо видно. Куда я приблизу даже? Вот. Ну, вот тут сидит. Кстати, смотрите, что мы увидели. Такой сертификат в этой галерее висит, что это галерея 23 листопада. Ну, год назад. Ноября. Да, ну, чуть меньше года назад. 23 ноября 2019 года в Варшаве поставила рекорд Польши в категории самая высокая, короче, железная вот эта штука. Сейчас я вам ее покажу. Из нержавеющей стали. Да, сейчас я вам ее покажу. Вот так выглядит вот эта штука, за которую эта галерея получила награду. Сюда можно зайти. Вот такие тут масштабы. Ну, она на высоту всей галереи. Это получается сколько? Раз, два, три, четыре этажа. Такая вот высокая стоит тут. Приехали мы уже за роллами. Сейчас ищем. Уже темно так. Ужас, а еще ехать домой. Ну ничего, сейчас заберем, поедем и будем снимать мукбанг. Мукбанг! Нашли и уже подходим. Забирай, да, только вход. Не знаю, непонятно где. Вот эти суши-пак. Короче, искали-искали мы вход, не нашли. Оказывается, что они дают заказ вот в этом окошке. Вот здание, реклама, и вот тут окошко. Фиг найдешь. Так странно, да, еле нашли. Все, выигрыш забрали. Теперь едем домой, будем смотреть, что там внутри. И пробовать. Пакетик хорошо упакован. Да, мне нравится. И мне. И очень вежливый персонал. Мужчина. Мужчина, да. Очень вежливо и хорошо разговаривает. Да, ты слишком близко, одна башка в кадре. Ну все, поехали. Нет времени. Ладно, все. То, что пакетики вы увидите уже в моем мукбанге. Сегодня тоже его будем снимать, но выставлю его попозже. Все, поэтому смотрите мои видео, не забывайте. Поставьте себе колокольчик, чтобы не забывать их включать. И всем спасибо за просмотр этого видео. Всем пока-пока. Пока.